Есть. Так, сегодня мы готовим заготовку для борщей и супов. Это у нас здесь нарезанная зелень, петрушки и укропа. В этой кастрюле, в другой, у нас идет нарезка перца сладкого. Что мы делаем? Берем такой маленький целлофановый пакетик, ложим туда немножечко перчика, вот так, и ложим туда ложку вот этой зелени, даже можно немножко побольше. И вот этот пакетик мы плотно завязываем. И в таком виде мы отправляем заморозку.